поколение, достаточно молодое поколение музыкантов, которые занимаются свободным джазом, импровизационной музыкой. Эти люди не могут быть интересны на мировой сцене, потому что о них мало кто знает. Сейчас положение исправляется, и о них узнают уже в Европе. В частности, вот группа Brom, например, будет издана на, может быть, главном лейбле, который занимается свободной импровизационной музыкой и свободным импровизационным джазом под названием «Трост». Полного личного состава Nobody's Music для Богдана и для меня. Ожидая многого, я прочитал этот текст, который написал Мать Густавшин. Очень в его духе, очень эмоционально, но и все по делу. Линер нотс от Мэтса Густавсона прям очень тепло душой было воспринято, потому что он как бы говорит о таких вещах, которые нам абсолютно понятны. Приводит музыкантов, например, которых мы знаем, любим и слушаем до сих пор. Те вещи, которые он описывает, для нас очень приятные, как бы бальзам на душу. Сам Мэтс очень уважаемый музыкант, и нами в том числе, естественно. Как бы нам было очень приятно читать эти линер нотс. Насколько нам известно, это вот для наших молодых музыкантов это первый опыт выпуска пластинки на европейском лейбле, который выпускает там не последних, мягко говоря, людей типа Питера Брёсмана. Естественно, как бы это круто издаться на этом лейбле, потому что, в принципе, в такой музыке, наверное, я не знаю, какой лейбл еще круче для нас, чем этот. Издание на каком-то европейском лейбле, конечно, однозначно хорошо. И в первую очередь за счет расширения аудитории. Новые имена, в общем-то, практически всех интересуют. И поэтому как-то расширяется круг слушателей и ценителей. Да, диск я уже послушал в интернете. Мне прям дико понравилось. Правда, и не успел еще как-то так полностью проникнуться, как рафинадом. Но, мне кажется, еще несколько прослушиваний, и будет самое то. Я уже покупал все альбомы Брома по очереди, и с каждым новым альбомом все становится лучше, лучше, лучше. Вот теперь такой прорыв уже на серьезном лейбле с анонсом Густавсона. Дальше только вверх. Вот лично мне нравится почерк вот этого коллектива, такая энергетика, которая обладает этой командой, и звучание, которое они выработали, всю подачу, она очень фирменная и на сегодняшний день очень весьма такая зрелая и классная. Надо сказать, что я никогда не был скептиком, но даже мои оптимистические ожидания реальность преодолели. Появилось то, чего у нас вообще говоря не было. Энергетика хардкора, которая есть и у Брома, и изразца. We'll be right back.
музыка, которая трогает меня, она обнажает те эмоции, которые обычно хочется скрыть. Ты сидишь, слушаешь, видишь этих музыкантов, то, как они вкладывают свою душу, и это все поглощает тебя, и ты чувствуешь себя спокойным, свободным. И они были все совершенно потрясающие, все разные. В зависимости от публики, наверное, это очень по-разному, потому что когда они играли в Model T, там были ребята, которые пришли там послушать грай, нойз. И там была публика, которая обычно туда приходит. И Бром совершенно становится другой. Этот слэм под джаз потрясающий абсолютно. То есть Бром оказывается еще тяжелее, оказывается очень злой, оказывается очень такой гораздо более безумный, чем обычно. Бром всегда остается Бромом. Бром — это трейдмарк, это Бром. Я добавляю просто звучание, которое, мне кажется, необходимо в этой группе. Жесткая электроника, резкая, она классно вписывается в общее звучание. Концерт, на самом деле, что-то особенное, вне зависимости от того, играем мы в Москве, не в Москве, или в другом городе, в любом другом клубе. Каждый раз место, оно влияет все-таки на то, как мы играем. Просто у каждого места есть своя атмосфера. Наверное, это очень хороший факт, потому что можно не повторяться. Это самый прекрасный. И этот концерт тоже, мне кажется, был особенный. Это было восхитительно. Просто фантастика. Очень красивая музыка. Вот. И это наводит на некоторые мысли. Наверняка это будет шаг вперед в плане там, качества звучания. Там, очевидно, что это как бы шаг вперед для группы, потому что это крутой лейбл. Это, я надеюсь, что это принесет им дивиденды. Что можно сказать? Только огромная благодарность лейблу, что дерзнул, так сказать, издать совершенно новых, никому неизвестных чуваков из Москвы, из России. По-моему, у них никого на этом лейбле из российских музыкантов нету. И это огромный, я считаю, прорыв и огромный успех. И мы надеемся, что это станет в некотором смысле отправной точкой, потому что вот я говорил с хозяином лейбла «Трост» Константином Дробилом, он сказал, что очень важно, чтобы музыканты не только издали этот диск, но и поехали в европейский тур. И это, безусловно, будет прорыв, и вот тогда мы уже точно будем понимать, насколько эти музыканты действительно востребованы на, ну, как минимум, европейской джазовой импровизационной сцене. Следующий альбом будет, наверное, даже интереснее. То, что мы сыграли сейчас во втором отделении, там были какие-то новые треки. Дай бог, мы вас всех еще порадуем чем-нибудь.